На этих кадрах одно из самых живописных мест в Самаре – смотровая площадка, в народе вертолетка. В 80-е здесь располагалась вертолетная площадка от завода Кузнецова, отсюда и название места. Популярным место стало в середине 90-х, когда вертолетов у завода уже не стало, и туда можно было приходить просто так, полюбоваться пейзажем. Сейчас это одно из знаковых мест города, и решено его преобразить, сохранив природные особенности. Занимается переменами творческая команда во главе с архитектором Аделей Иваевой. Девушка уже приложила руку к переменам в городе. Именно она придумала новый облик Крымской площади. Ну, хотели в первую очередь показать свои силы в ландшафтной архитектуре, то есть сделать нечто новое, те приемы, которые не использовались ранее в Самаре, да, и вот, ну, попробовать поэкспериментировать. На вертолетке посадят деревья, ели, можжевельник, березы и полевые цветы. Таким образом, уверены дизайнеры, можно будет подчеркнуть, что этот уголок природы – продолжение Самарской Луки, что находится по другую сторону Волги. Новая вертолетная площадка должна быть комфортной. Здесь появится мини-амфитеатр для концертов, лавочки, две детские площадки, пикниковая зона и место для отдыха с лежаками. Вертолетка будет доступна для маломобильных людей, но главным остается смотровая площадка. Ее сделают на двух ярусах. Верхние обустроят навесами от солнца и дождя, чтобы ничего не мешало наслаждаться природой «Жигулей». Это является одним из самых знаковых, самых красивых пейзажных мест, на которые все наши жители города всегда стремятся побывать. И поэтому сам проект и концепция его, и дальнейшая реализация будет подчинена тому, чтобы как можно удобнее можно было там провести нашим землякам время. Добраться до вертолетки станет проще, сюда будет ходить маршрутное такси. Сейчас рассматривается возможный вариант – продлить городские линии перевозки. Глава города Елена Лапушкина говорит, вертолетку начнут преображать уже в этом году. Но если будут у вас предложения, ну, пока не поздно, да, давайте, чтобы мы смогли совместно с вами это все вписать и уже все-таки выйти на торги, чтобы в этом году нам эту территорию с вами завершить и уже успеть полюбоваться этой территорией. У меня мечта все-таки к дню города эту территорию презентовать нашим с вами жителям. Свои предложения могут внести и самарцы. К ним городские власти обратились в соцсетях. Мнение жителей обязательно учтут. Мария Левина, Максим Гусев. События.